Система «Умный Саров» готовится к масштабному тиражированию. Применить на своих территориях саровскую разработку собираются в других городах присутствия госкорпорации «Росатом». Также проектом заинтересованы более 10 регионов нашей страны. Начать внедрять саровский образец собираются в ноябре. Для того, чтобы познакомиться с оригиналом и больше узнать о том, как он функционирует, в наш город приехали представители других городов присутствия госкорпорации. И то, что мы привезли сюда порядка 30 коллег, сорвав с заводов, со строек, да, это потому, что мы придаем очень важное значение этому проекту. У нас остается 1,5 месяца. Это очень хороший срок до того, когда мы должны сделать федеральный, я бы сказал, образец. Участники семинара погрузились в проект и узнали все нюансы. Гостям из других городов присутствия госкорпорации рассказали о работе действующих модулей системы «Умный Саров» и развитии новых слоев. Ну вот буквально недавно я поставил разработчикам задачу сделать систему контроля обращения с твердыми коммунальными отходами. Она сегодня практически сделана. И мне кажется, следующий шаг, как минимум, это вопросы, связанные с пуском тепла. Также в ближайших планах подключить учреждения культуры и спорта к сервису онлайн-оплаты и бронирования услуг. Помимо обязательных слоев, для каждого региона возможны вариации. Появление новых, независимых от начального образца модулей – это отражение потребностей администрации жителей города. Позаимствовав нашу технологию, другие города пойдут по своим траекториям. Саров будет оставаться центром разработки, одним из центров разработки, где будут делаться определенные вещи, там, где у нас есть к этому наилучшая компетенция, квалификация. После выхода продукта на рынок у Сарова появятся конкуренты, которые также будут дорабатывать систему. Это значит, что у нашего города будет дополнительный стимул развивать умный Саров, в том числе опираясь и на пожелания жителей. Свои предложения по улучшению проекта горожане могут присылать на электронную почту sak@admdefis.sarov.ru. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.